Всем привет, с вами как всегда Кентукки 2510, и сегодня наконец-то появилось то самое событие, которое обсуждалось абсолютно везде, в том числе и на моем канале, это бок ковки. Без долгих вступлений, поехали! Событие бок ковки будет длиться до 31 декабря, до 3 часов ночи по московскому времени. За это время, чтобы открыть больше сундуков, нам нужно будет в течение декабря ковать хорошее снаряжение и снаряжать им как наших героев, так и лорда. Чем больше будет общая сила от экипированного, я подчеркиваю именно экипированного снаряжения, тем больше очков мы получим в итоге. Я получил пока что почти 13 миллионов за текущую суммарную сумму от снаряжения. Перед событием вчера я выковал около 10-15 золотых предметов из набора Арктики и надел их на своих голых героев. Давайте посмотрим, сколько силы, то есть очков, дает один золотой предмет без допов из данного набора. Тысячи 560 очков, или же 1,5 миллиона за 10 предметов. Если мы сейчас выкуем 3 золотых набора и снарядим ими 3 героев, то получим 2,764,000. Не очень много, согласен, тот же Древний Пророк дает гораздо больше. По предварительным оценкам игроков, пока что лучше Древнего Пророка с точки зрения повышения силы от снаряжения и трат материалов на ковку ничего нет. В меню бога ковки мы видим следующую инфу по нашему снаряжению. Самое мощное снаряжение, которое у нас имеется. Здесь сколько снаряжения всего, в том числе и то, которое не надето ни на лорде, ни на героях. Общая сила от снаряжения, она же вот эти очки. Ну и рейтинг текущего сервера, то есть королевства. Рейтинга всего два. Ваше королевство и все королевства. Чтобы продвигаться выше по рейтингу, нам нужно ковать, либо покупать хорошее снаряжение и снаряжать им героев и лорда, то есть повышать нашу общую силу от снаряжения. Награды за рейтинг в принципе неплохие. За 43 место в рейтинге моего кора я получу 1000 камней перековки и 50 сундуков с чертежами снаряжения. Награды за общесерверный рейтинг, который я вчера опубликовал в своем YouTube сообществе. Первое место снаряжения Архангела X5 плюс некая бриллиантовая корона Императора. Ну нахер. Что это такое, друзья? Напишите, если знаете, в комментариях. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии.